Всем привет. Всем привет, Сережа. Привет, Сережа. Всем привет, Марио. Привет. Сегодня мы решили все-таки оставить свои штангетки дома, сушиться, потому что не успевают высыхать, большая влажность. И немного прогуляться в Венес Бич. Я надеюсь, я правильно произношу. Ударение сделал. Не бич. Господи. Так вот. Сейчас паркуемся и выдвигаемся. Посмотрим все же, что это такое. С чем его едят. Вот. С чем его едят, понятно. С чем его едят, понятно, да. Ну и все это покажем вам. В нашей стране можно оставить машину и за нее не платить. Здесь почему-то так люди не хотят делать. И сейчас немножко все-таки от нашей компании. У нас сегодня очень ровная лестница. Категория представлена категория 94, категория 105 и категория Plus 105. Сегодня будем выступать по всем направлениям. Марио, я думаю, что Сергея вы все знаете. Марио в прошлом пауэрлифтер, а в будущем тяжелоатлет. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы тренируемся вместе с ним по одной программе и готовим ему к соревнованиям. What is your best result for powerlifting? 5. Короче, 245 жим лежа, 310 300 even. И столько же, по-моему, и приседанечки. Поэтому тяжелая артиллерия выходит на работу. Впечатляет одно, то что здесь очень много спортивных местечек. Здесь можно и покачаться, и поиграть. Как сказал Марио, что здесь очень много снимали фильмов. Даже назвал какие-то названия, но я их никогда не слышал. Возможно, что им нужно просто переводить. Но самое главное, что здесь пахнет травой. Я не знаю, такое ощущение, как будто все именно взяли, натушились одними духами и все ходят и воняют. Это, наверное, бренд такой, да, Сергей? Я не знаю. Знаешь? Мы за чистый спорт. Нет, это все понятно, почему здесь так пахнет. И Марио по секрету я задал вопрос, что часто ли он сюда приходит. Он живет здесь, и часто ли он сюда приходит, он сказал нет. Но он сказал, что есть много людей, которые живут в этом месте. И с одним из них только что познакомились и сняли видео. Бессонница. У меня плохой аппетит. Не восстанавливаюсь после тренировок. Пойду-ка я схожу сюда. Ну что, насмотрелся на бич? Чес. На бич чес. Не получилось у нас долго погулять. Сережа растаял, сказал, что для него это слишком жарко. Что он хочет в зал тренироваться. Вот. Ну что, мы с Марио так на него посмотрели и, ну, как бы с пониманием отнеслись. И решили, что все-таки выйдем сейчас в зал. Немного потренируемся. Перед этим мы немножко нарушим двойную сплошную.
Это я вижу второй раз уже в Штатах. Первый раз мне это показал Стив Белван, когда он выпил пиво. Прости меня, Стив. Все секреты себе сдают. Едем в зал. Какой бы ни был бы день, он все равно должен закончиться тренировкой. Даже если не тренируешься сам, ты должен потренировать другого. К этому мы сейчас и приступим, используя вот этот вот зал. Как вы думаете, для чего нужны наколенники? Вопрос на засыпку. Вот для этого. Для того, чтобы защитить штангу от коррозии. Хорошее решение, прикольное. It's very interesting. Стеснялся. Мы решили слегка изменить тренировочный вектор сегодняшнего занятия, поэтому он пройдет в стиле садомаза. Звездных войн. Да, сейчас у нас намечается 90% зона в толчке классическом, поэтому мы все подготовились непосредственно с Сергеем вдвоем, а атлет разминается и чуть позже будет укомплектован всем необходимым уже, наверное, после процентов 80. Поэтому начинаем. Вот так вот люди после работы пришли, потренировались в своем зале, потом взяли велосипед, покатались на велосипеде, покосили траву. We're strong. Здесь люди не используют гараж по его прямому назначению. Все машины стоят на улице, а в гараже они просто ставят помост, ставят штангу. Вот. Хотелось бы, чтобы это все-таки дошло и до нас когда-нибудь. Хугрип, привет. Привет. Хугрип, привет. Сделали небольшую тренировочку. Ну, конечно же, не мы. Этот парень, Марио, он тренируется по моей программе. И так уж оказалось, что мы были здесь. Мы списались, договорились встретиться. Он нам показал город. Ну и мы договорились, что поедем, потренируемся вместе. Очень много интересных моментов, которые заметили, о которых расскажу чуть позже. А вот сейчас покажу то, что будем видеть сами. Красиво, блин. Беверли Хиллз, Санта-Моника, все основные, самые крутые районы. Это прям на ладони, а до них буквально пару миль. Поэтому вечерком очень, очень красивый вид открывается.